Инфир Хусаинов – мастер цеха на комбинате. На заводе производят бетонные изделия, а в его отделе – панели и перекрытия. Это почти половина всей выпускаемой продукции. Инфир рассказывает, работать стало проще. За год выработка выросла в 2 раза, а времени на производство уходит втрое меньше. В нашем цеху все происходит в ручной вязке. Все комплектующие изделия для вязки каркаса находится рядом. В этом году компания включилась в нацпроект по производительности труда. Перепланировали участки, усилили безопасность, пересмотрели транспортировку. В этих делах и проконсультировали. Федеральный центр компетенции оказываем так называемую адресную поддержку на предприятии. То есть специалисты, наши руководители проекта выезжают на предприятие в течение полугода, живут здесь на предприятии, обучают персонал, рассказывают то, как нужно вести проекты. Ранее простой, неравномерная загрузка операторов и работа линий лишь на треть. Благодаря нацпроекту внедрили новые подходы. Был создан проектный офис, где рабочие группы были созданы. Мы собирались как в цехе, так и в проектном офисе. Ребята собирались, обсуждали, какие есть решения, критиковали друг друга, были жаркие споры. На площадке завода итоги года по нацпроекту в целом по республике. Сегодня в него включены более 70 предприятий. К 2024 году нацпроект будет реализован в 350 компаниях. Реализация национального проекта повышения производительности труда позволяет для предприятий получить льготный займ под 1% на дополнительную модернизацию своего производства и бесплатно обучать своих сотрудников технологиям и дополнительным инженерным направлениям. Однако самое большое достояние предприятия – люди. Сегодня их наградили за трудовые успехи. Юлия Муратова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.